Азиатские слоны – самые крупные сухопутные животные в Евразии. Они проводят 2/3 дня, питаясь травой и кореньями, а в остальное время играют и спят. С середины прошлого века их численность сократилась вдвое, и сейчас они относятся к вымирающим видам. Чтобы защитить травоядных гигантов, в джунглях на юго-западе Китая почти 2 десятилетия работает команда энтузиастов. Она спасает слонов и заботится о них, чтобы затем вернуть в дикую природу. В народе активисты получили прозвище «папы слонов». «Мы помогаем слонам, и они отвечают нам тем же. Когда кто-то из сотрудников подворачивает ногу во время реабилитирующих занятий с четвероногими подопечными, они помогают подняться своими хоботами». Команда Чэньцзимина спасла уже более 20 редких травоядных. В их числе слониха по имени Янгню, которая отбилась от стада всего спустя неделю после рождения. Она была слишком слабой и беспомощной, чтобы выжить в джунглях в одиночку. К счастью, папы слонов нашли ее и взяли на воспитание. Популяция азиатских слонов в Китае растет в том числе благодаря таким самоотверженным людям. За последние 40 лет количество этих животных в Поднебесной увеличилось со 180 до 300 особей.